юбилею мы дружно пришли. Развивались, росли, как красивое государство красоты. Много смеялись и спорили на пути, и вот к празднику большому мы пришли. Мы старались, как могли, и Кристина Масон не давала нам потерять наш фасон. А Харебов Антон вдохновитель идейный наш он. Так пусть же этот юбилей станет переменным, будет больше добрых дел, радости огромной. Пусть растет авторитет всей организации и находит все себя здесь для творчества и самореализации.